Проект «Движение первых» направлен на развитие молодежных инициатив, вовлечение наиболее мотивированной студенческой молодежи в реализацию государственных задач по общественно-политическому, социально-экономическому, культурно-историческому развитию Брестской области, в том числе через проектную деятельность. В первом регионе мы сегодня реализуем впервые проект «Движение первых». Мы подключили здесь университет Пушкина, который предоставил нам ребят, которые сегодня уже проходят определенный отбор для включения в этот проект. На встрече с ребятами, конечно, были прежде всего рассказаны те этапы, которые будет предусматривать наш проект «Движение первых». На первой стадии, на первом этапе, конечно же, это отбор ребят, принятие заявок и достижение ребятами определенных целей. Это вовлечение в народно-хозяйственный комплекс ребят с определенными проектами, и чтобы они полноценно там участвовали. На втором этапе это будет процесс ознакомления с нашими субъектами хозяйствования, посещение государственных учреждений, потому что ребята участвуют в этом проекте 2, 3, 4 курса. Ребята только находятся на стадии определения своей будущей профессии и того направления, в каком комплексе они будут работать. Цели, задачи проекта ясны и понятны. Он нацелен в целом на выявление и подготовку перспективных, мотивированных молодых людей со своим пониманием, со своими знаниями, с тем, чтобы они, ознакомившись с работой местных органов власти, прежде всего Брестского областного исполнительного комитета, городского исполнительного комитета, районных исполнительных комитетов области, это будет проходить в течение первого года реализации проекта. Проект рассчитан на 2 года. В первый год студенты будут обучаться и постигать тонкости современных технологий государственного управления. Вторая часть – это привлечение молодежи к актуальным проблемам, стоящим перед регионом, включение их в реальную практическую деятельность по разработке программ, проектов, направленных на решение экономических, социальных, культурных, экологических и других проблем Брестской области. Мы опирались на те специальности, которые наиболее, подходят, близки к целям и задачам этого проекта. Это 6 специальностей: правоведение, урбанология, сити-менеджмент, история, политология, современные иностранные языки, информация, коммуникация и туризм, гостеприимство. Ну вот такой круг специальностей мы очертили, соответственно, ребят подобрали. На сегодняшний день достаточное количество у нас, конечно же, это юристов, экономистов, финансистов, но на сегодняшний день нам необходимо еще и подготовить ряд таких специальностей, как в образовательной сфере, это физики, математики, потому что реально сегодня по этой сфере их недостаточно, и самое главное, подготовить качественного кадра, который в дальнейшем даст возможность обучать и остальных наших ребят. Затем непосредственно очень хорошо, что на базе нашего университета работает такое направление и специальность, как урбанология. Потому что сегодня уже архитектура, сегодня строительство, все это уже у нас есть. Теперь это надо просто увязать в одну единую концепцию для того, чтобы на самом деле город или определенный регион работал на полную мощь со всей необходимой инфраструктурой. Все ребята, отобранные для участия в проекте, социально активные, креативные, интеллектуально подкованные молодые лидеры. А самое главное, уже знающие, кем хотят стать и чего достигнуть, начав работу по выбранной специальности. В течение года мы будем посещать облгорайсполкомы в Бресте, в Жабинке изучать Жабинку как город-спутник, Барановичи. То есть мы будем изучать не только ситуацию в Бресте, но и в целом в Брестской области изучать структуру работы разных исполкомов. Для начала все-таки хочется пройти вот этот год первый обучения для того, чтобы расширить свою базу знаний, чтобы понять, из чего можно выбирать и вообще в каких направлениях можно работать. Я человек, который открыт всему новому, мне очень много интересно, особенно сама система государственной власти, потому что для меня основной целью является улучшение жизни в моей стране. И когда ты понимаешь глубинные процессы, это помогает понять, что ты можешь сделать, ты понимаешь, где ты можешь быть полезен, и этот проект, как по мне, является прекрасной идеей. Мне кажется, что я человек, как человек, который знает на данный момент 2 иностранных языка, английский и немецкий, и изучает китайский язык, могла бы пригодиться где-нибудь в международной коммуникации, в общении с иностранными делегациями и представлять интересы моей страны на международном уровне, интересы моего города, университета, в принципе, системы образования.
Для юных управленцев инициатива «Движение первых» – это разработка и презентация собственных проектов с возможностью последующей реализации их в различные сферы социально-экономической жизни городов, районов и области, а также получение личных рекомендаций для включения в перспективный кадровый резерв Брестского облсполкома. А это значит, что ребята уже до окончания обучения в университете могут зарекомендовать себя и найти перспективное первое рабочее место. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.